пробовали автомобиль на максимальную скорость. Что показали наши испытания? Автомобиль с мощностью двигателя 98 лошадиных сил, с автоматической коробкой передач, дальше 165 км в час не едет. Но я понимаю, что это большая скорость, и, конечно, с такой скоростью нельзя ездить по дорогам общего пользования, но тем не менее. Вот. Что касается под горку, мы, в принципе, разогнались до 184 км в час. Для того, чтобы снизить влияние энергопотребителей, можно выключить кондиционер. При этом скорость, максимальная скорость у нас возросла. По ровному участку мы смогли разогнаться до 171 км в час. Не выключай, как есть.